Ну, при подъезде парка культуры сообщили центральный диспетчер обрыв контактной сети. Стоим вот уже где-то 2 часа. А нет напряжения там на кольце парка культуры. Обрыв контактной сети. Нет напряжения. Центральный диспетчер нам сообщил на конечной лесопарковой обрыв контактной сети. Все. Больше никакой информации не было. Устранить, ну, контактные машины прошли уже давненько. Ну, где-то делают, видимо, ремонтируют.